Добрый день! Сегодняшнее свое видео хочу посвятить моему пиццемейкеру Принцесс. Я уже снимала видео, но то было первое при покупке. Сейчас уже я пользуюсь им 3 месяца и хочу рассказать вам свои впечатления. Прибор мне очень нравится. Теперь моя мультиварка отдыхает периодически. Все, что нужно выпекать, жарить, я делаю в пиццемейкере. Очень удобный прибор. Единственное, что не задается программа, а так все просто великолепно. Я теперь опытная и хочу поделиться опытом в его использовании. Прибор имеет покрытие антипригарное, которое очень хорошо моется. Но бывают такие случаи, что мыть его не хочется или же просто нужно выпечь в чем-то другом. Я для этого приобрела формы. Вот у меня форма 28 сантиметров диаметра, а у пиццемейкера 30. Вот она вот так хорошо вставляется, и я ее очень часто использую для приготовления любого блюда. Вот такую форму я приобрела. В общем, форма должна быть диаметром меньше 30 сантиметров и высотой до 4 сантиметров. Такую вот силиконовая. Тоже я делала в ней кексики, я делала в ней творожные такие пончики. Еще я использую шпажки. На шпажках много запекала. Фольга очень хорошо тоже используется в этом приборе. Что еще могу сказать вам? Прибор достойный для любой кухни. Покупайте, если у кого позволяет финансы. Ну, я считаю, что прибор за 3000 это недорогой прибор, особенно если он действительно качественный и хороший. Можно купить его на Озоне, в Юлмарте. Выпекает он великолепно все. Никогда у меня ничего не сгорало. Ну, естественно, нужно следить за временем. Сегодня хочу вот сделать в фольге скумбрию с овощами. Так что ждите моего видео. Пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. Готовьте вместе со мной. До новых встреч!